Всех приветствую, всем салам алейкум. У меня для вас хорошие новости. Будем работать еще в одном зале. Это зал находится метро Авиамоторная. Так что сейчас для вас сделаю маленькую экскурсию и потом все расскажу вам. Уже около почти 30 груш. Вот раз ринг, вон два ринга и восьмиугольник там же дальше покажу. Эльмар, главный тренер. Первый день в зале сегодня мы, в этом зале. Молодой как? Артем, паникер, иногда паникует, но все нормально. Красавчик, красавчик. Это зона, борцовская зона, здесь боремся. На этой стороне у нас кроссфит, то есть качку делаем. Файз вот гоняет вес, у него в субботу выступает. Здесь ребята все качаются. Здесь Умар, как обычно, борется. Здесь у нас борцовская зона. И здесь у нас уже восьмиугольник, где тоже ребята, то есть могут тренироваться, спарринговать, бороться и все эти моменты. Так что, друзья, теперь мы работаем и находимся в метро Авиамоторная. Тут от метро идти 3-4 минуты. ММА работаем каждый день тут. И желающих, кто к нам присоединится, кто с нами хочет тренироваться, работать, можете приехать. Улицу и адрес я оставлю под это видео. По-любому под видео поставлю все. Так что, ребята, всех ждем. Москва, метро Люблино, Авиамоторная. Работаем. Поехали.